Всем привет! Вот хочу сделать небольшой обзорчик на такой прибор. Это цифровой термометр. Заказывал я его на AliExpress. Ссылочка будет под видео. Давайте пробежимся немножко по его комплектации. Значит, входит сюда вот такая вот термопара обычная. Инструкция на китайском и английском языках. Вот краткая характеристика этого прибора, температурный диапазон. И вот сам прибор, вот так вот он выглядит. Значит, модель TM902C. Измеряет от минус 50 до 1300 градусов. Питается он от 9 вольт обычной кроной. В наборе она с ним не идет. Покупал я ее отдельно. Давайте поставим, пробуем его включить. Так. Вот он включился. Значит, я его до этого уже немножко тестировал, показал себя довольно неплохо. Без термопары он показывает единицу, нужно обязательно подключать, чтобы показывал, чтобы измерял правильно. Давайте подключим термопару. Не путаем полярность. Плюс к плюсу, минус к минусу. Потому что будет показывать ерунду. Так, плюс. Вот он. Так, включаю прибор. Смотрим. Вот, показываю 25 градусов окружающей среды. Цифры довольно четкие. Видно хорошо. Давайте сейчас попробуем что-нибудь измерить. Так, сейчас давайте я поставлю сам прибор, чтобы было вам видно. Это все уберем. Есть такая подставочка. Вот так, вот, отлично. Встает. Так, давайте возьмем, наверное, паяльник. Попробуем на паяльнике. Так, подключаем. Так, вот термопара. Включаю паяльник. Смотрим. Вот побежала температура. Видим, он измеряет. Мне в нем еще нравится то, что он без задержки измеряет очень быстро. Мгновенно показания сразу данные выбивает на экран. В этом его и плюс. Ну вот, в общем, он работает. Температура падает потихоньку. Давайте попробуем зажигалкой, сколько он покажет. Вот, смотрим. Ну,
уже начала гореть термоусадка. 890 градусов. Ну, так где-то, видимо, и есть. Давайте сейчас закипятим воду и попробуем посмотреть, что покажет он по воде. Как правило, там должно быть 100 градусов. Так, перебрался я на кухню. Вода почти закипает, прибор включен. 26,4 показывают на данный момент. Так, давайте дождемся полного закипания воды и опустим термопару. Так, надо убрать, набирая температуру. Вот вода уже начала кипеть. Опускаю термопару и смотрим. Ну вот, как видим, 100 градусов показывает. Пар по пальцам, жжет руки. Вот, смотрим. Ну вот, 100 градусов. Довольно точный прибор. Я говорю, для его ценовой категории даже очень хорошо он показывает. Ну вот, как-то так. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. Подписывайтесь на канал.